Да посмотри вот тот, что я скинула. Разве не получается? Сейчас я скину свой и посмотрю еще того, что ты там скинул. Вон во флудилку скинул, Орлан. Если что, шкаф будет? Можно тэпнуться? Да. Так, где ты свой, Настя, скинула? Не вижу. Это какая-то хуйня нерабочая. Вот в этом, на сайте накидай, что ты накидал. Со стороны. Это Роланда открыла этот сайт, который скинул? Прием, прием. Нихуя себе, там прикольно. Да ладно, ну это, да понятно. Ну, самое главное, что ты сказал, что не был. Ну, мы это знаем, Она все пошла. понимаем. Ничего. А, пошла, ну ладно. Что, у Это. кого там? Ну не был, не был, ну ничего страшного. И Хилон первый раз. Все, блядь, научишься. Ты кому? Ты кому? Да шаман. Вань, ты что, не расстраивайся. Мы тут все Да повалились. вообще, в принципе, никогда не расстраиваюсь, просто мне немного стыдно. Ну, Да, даже не ну немного, это если. хорошо, потому что если было бы не стыдно, это было бы вообще пиздец. Ну, типа, это хорошо, когда есть вот такое чувство, потому что если человек, ну, ценит время других людей, если он понимает, что вот если вайп происходит, да, это значит все 10 людей, а в рейде 25, 25 людей, они страдают, блядь, они тратят свое время, блядь, впустую на вайп. Когда можно при хорошей игре сделать, чтобы вайпа не было. То есть нужно знать основные свои задачи. Ну, мы пришли поиграть, конечно, мы все это понимаем. Это как сегодня на йоге, короче. Вот я хаха ловила. Я, конечно, понимаю, что мы в такой же ситуации были, но там челики, короче, кричат, выбегайте из лужи, а челик, а чё, куда-куда, и по всем лужам пробежал. Ты смотри, стоял, не видел. А мне же скучно, я не могу убить. Этот, что топор так и никому и не нужен, что ли? Не. Ага, открыла. Вот, смотри. Ну, значит, что получается? Смотри, вот идем по талантам. Ну, в ДЦ ветке это понятно. Значит, этот усиление, потом огонь, стамина, внутреннее сосредоточение. Я под него делаю гимн на ХП, ну, чтобы не тратилась мана на него. Макрос. Ну и медитация, само собой. По ветке холика. Значит, сосредоточенная концентрация, значит, и обновление. Это обязательно. Обновление основной скилл. То есть обновление и круг исцеления. Это основные хилки, когда экономишь ману. Специализация на светлой, то есть крит. Потом этот Нистовство я вкачал. Ну, здесь чисто оно идет для великого исцеления. То есть все вот эти хуйни, они не юзаются. То есть исцеление не юзается и только великое. Ну, типа, можно немножко и по-другому раскидывать, но я так раскидал. Предел — это дальность, вдохновение — это минус 10% физухи, исцеляющие молитвы — это скорость, а нет, затраты, затраты маны, то есть если ты захиливаешь рейд бурстом, МВшка и молитва исцеления, МВшка, которая прыгает, и молитва исцеления, которая вот твою пати чисто хилит. Ну, дух, соответственно, СПД от духа, потом что, потом просто 10% от хила, потом идет сосредоточение, это МП5, колодец это ставишь, говоришь, тыкать этот колодец, сука, или дам ГП. Тело и душа, это кидаешь щиток, и челик бегает 60% на 6 там, секунд. Прозорливость, вот это, что я говорил, когда кастуешь связующее, на тебя два стака сразу вешается этой херни. И скорость очень повышается, очень хорошо. Ну и усиленное обновление, основное, круг исцеления, испытание веры обязательно. Если просевший рейд, очень хорошая тема. Ну и остальное все это самое. По символам. Сейчас я символы в игре открою. Круг исцеления, молитва исцеления, обновление. Да, все правильно. То есть ну, круг исцеления — это плюс одна цель. Потом где она, молитва? Молитва, молитва. 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 Она дает за 6 секунд 20% хилит. Что вот она отхилила, она еще 6 секунд хилит. Здравая тема. И где там обновление? Где он, блять? У меня на обновление на круг есть, а вот на молитву нету. Вот, на молитву надо. Ну, это видишь, это потому что спек вот этот, который я скинул, это через молитву играть.
Ну, а потому что через другое там никак не поиграешь. Я говорю, вот это вот то, что у тебя вкачано, вот эта синяя рука, она не актуальна, потому что это хилка по танку. Вот. И, ну, это тупо, когда... Это один на миллион, это когда нету эршама и когда хпала нету. Холиприст в таком билде, ну, никогда не играет. Это, по идее, на каком-нибудь лотхибе нужно только. Нет, нет. На лотхибе как раз молитва исцеления. Это, меня просили такой спек делать, как у нее сейчас, примерно. Это для Вали. И все. Потому что, ну, там уже некуда было деваться. Ну, да, да. А так, я не знаю, Валь. Куда деваться. Таким билдом, ну, такой себе. Это разве что ты вместо шамана и вместо хэпала роль выполняешь. Но толку сама не просядешь быстрее, чем эршам и хэпал. Что, ты скинула с таланты, сейчас сделаешь? Ну, я могу, да, сделать. Да, сделай, потому что это, ну, лучше будет. Молитва исцеления, она лучше. И вот это... Ну, собанёте мне тогда? Да, конечно. И вот это 50%, которое не вкачано у тебя, оно, ну, супер тема. Ты считай, 50% меньше у людей, и ты хилишь просто на 12% больше. Это мега круто. Подвижность мысли, конечно, крутая тема, но ущерб испытанию веры, хер его знает. Что делаете? Сижу и думаю, как впаду на работу идти, пиздец. А на улице дождь? Мне завтра на учебу тоже впаду. Не знаю, чем мы тут убьем, блядь. Я тоже, ну, как бы, у меня мысли, что мы не убьем вот этих боссов в вестибюле. Самое хреновое, да, и со дня в ночь переходить. Это жестко. Да, наверное. В Москве уже светло. По ночам. Да, тут такая же херня. Тут теперь до сентября. Засыпаешь светло, просыпаешься светло. А вот я в Калмыкии жила, там... 6 часов вечера, все, темнота, все спать. У меня бабуля, знаешь, она такая... 7 часов все спать. Что-то не так сделал, все грех, грех, грех. У меня все детство так было. Я росла с бабушкой, родители в Москве жили. Меня бросили. Бабушка плохо мне научила. Ну да, да. Грех, грех. Хотела хомяка, короче, мама мне прислала деньги. Грех, зачем тебе этот хомяк? Зачем? Это знаешь как, это когда это, дракона в рейд поворачиваешь, грех, блядь. Вот так надо, блядь. Чтоб бабушка твоя рылила. Она, знаешь, когда матерится, она говорит, пизда, Иван. Ты чё, тут все бы грешные стали. В натуре грешники. Гильдия грешники. Базис уманулась, чё, шкаф исчез. Тык-тык-тык, я одна тыкнула. Норм. А ты посмотри чужие еще таланты, может быть, у других тоже все плохо. Сейчас твои посмотрим. Ну, ДЦ я не шарю, например. Мои, посмотрите. Исцеление задрулю. А, не, не то. Я, короче, если больше минуты смотрю на таланты, у меня, короче, показывают и вара, и шамана, все вместе с... как бы... Вместо сил зверя у меня ДЦ. Знаешь, когда сову смотришь, там тайфун, если есть красавчик, если нету, то пидор. У меня не было когда-то, но потом. Мне так сыкотно, короче, с этой гильдией ходить на РТ, я боюсь, что Гавай обматерит меня с ног. Ты Гавай передамаживаешь, тебе бояться больше нечего.
Я все этот, весь бой, я постоянно жмакаю, короче, ложный выпад. Мне так страшно, что вот-вот он меня обматерит. Так, тут колочек. Слушайте, народ, а вопрос, а что с Шумским, что с Гильдой? Я что-то вообще давно никого не вижу. Ну, наверное, забили хуй они, не хотели играть. Это все изначально было понятно. Просто я знаю, что там были ребята, которые хотели бы играть. Ну, как бы их можно было бы перетянуть обратно. Зачем? Куда они все пропали вообще? Может, на БК все ушли? В смысле, зачем? У нас не хватает на 25-ку людей, как раз вот затем. Кстати, мы их не видим, наверное, потому, что у них РТ в 9 и сколько там. Да, возможно. Ну, таких вообще и в городе никогда не видно, ни на арене, ну, ни на ПВП, нигде вообще не видно. Да забили, они не играют на сервере просто и все. А что? А больших банят потом, не? Не после этого. И мой нет, где? Звезду, где? Диспел вот эту магию, которая молнией бьет. Ну почему он меня пиздит? Кстати, выходили на парад? Или хотя бы следует посмотреть? У меня не было парада. Ты где живешь? В Киеве. Должен резь быть. В Киеве нет парада победы. Так уже 2 года это был. Сколько, 2 года? Да, 2, наверное, 3, да. А, где-то 3 года назад там по казаху, показуха была, типа людей вывели и все. Я вчера, спустя долгое время, ну, 4 года, искала информацию про дедушку двоюродного. Ну, просто без вести пропал. Оказывается, его в плен взяли. И вот 2 года у них было, читаю. И вот погиб в плену. Но ничего не рассказал. Очень, как бы, интересно. Еле-еле я вчера все сайты облазила. Да, если бы рассказал бы его свои же. Самое хуёвое — это власовцы, блядь. Не знаю такого. Чё не знаешь? Власовцев не знаешь? А-а-а. Это те, которым Гитлер дал флаг триколор, который сейчас у России государственный. И они убивали своих. Ой, боже, боже. Когда отряды встречались, власовцев и русских, они кричали: не стреляйте по русским, мы свои. А когда русские подходили, они в упор их расстреливали. После этого... Не, ну так там мудаки. Но, блин, стратегия-то хорошая. Ой. Хуже только загранотряды были. Ну так я в карательных отрядах и были власовцы. Только власовцы. Что, тут надо кого-то банить, не? Кто ты такой ювелирный горных дел мастер? Не успел даже кирку нажать. Не я точно, я только кожу снимаю. Это повелитель руды в ледяной короне. Как так, Настя, ты не знал? Потом, наверное, потому что у меня только кирка появляется, уже пропал юнит. Я удивляюсь, как так, Настя, ты не знала про власовцев? Не. Я вот смотрела вчера... Как Волгоград бомбили. Что-то еще. Что-то с маме говорю, давай вместе поищем. Не, мама в телефоне сидит. Что-то там смотрела она тоже. Короче, вчера день был максимально скучным, кроме парада. На улице люди выходили, короче, под нашими окнами и кричали за победу, что-то там такое. А я вышла, околела и зашла. Вообще вчера был день матери. Какой день матери? Ну да, вторая неделя. День моя... матери международный. А разве не даже в американцы даже его празднуют. Вторая неделя в мае. Впервые слышу, если честно. Я думала всегда в ноябре. Сейчас скажу. Воскресенье. Не поздравил, получается.
Папандос. Последнее воскресенье ноября, вот День Матери. Всегда так отмечали вы, я не знаю, как по какой-то другой системе отмечаете? Или вы 7 раз в год отмечаете День Матери? Если это у меня каждый день Матери. У нас день каждый, матери, каждый день День когда Матери. Когда жрать хочется. Не, ну, я знаю, что за границей тоже отмечали все. Ну, типа, когда это было, 9-го. Ну, я впервые слышу тесто. Я вот никогда День Папы не отмечала, хотя папу больше люблю. Не знаю, когда День Папы, но вот День Матери знаю точно. Да какого черта, Страйкер? Посмотреть бафы есть. Просто поделите, да? Вот я в Google зашел. Второе воскресенье мая 2021 году, 9 мая. Это какой-то языческий день матери. Там козу не надо убивать. Да хранит тебя мать земля. Во многих, короче, меня слышно? Во многих странах Европы, Африки, Америки, Австралии День матери 9, этот, второе воскресенье. Ну, сейчас посмотрим насчет воскресенья ноября. В Беларуси в ноябре всегда, всегда. Аналогично у нас. В октябре. Как в октябре? Октября. А, читаю, короче, в основном второе воскресенье мая, в том числе на Украине, Эстонии, США, бла-бла-бла. 21 марта в Египте, Беларуси 14 октября, Грузии 3 марта. Короче, у каждого по-разному. Так что не будем удивляться. Вот кто в России живет? Кто-то из вас отмечает реально в мае? Кто-то сильно отмечает, поздравит, я надеюсь. СМС-ку или позвонить? Я поздравила маму. Поздравил. Я когда говорю, я хочу кушать, я всегда поздравляю маму. Мне странно тут. Смотри, чтобы она тебя не начала поздравлять. Такой, мам, я хочу кушать. Поздравляю. Мне мама говорит. Я надеюсь, ты с моря приедешь, не сделаешь меня бабушкой, говорит. Так странно слышать от мамы такое, знаете. Ну а что? А ты и возьми и заяви. Я вообще не хочу детей. Я маме говорила, что хочу лет в 30. Сказала, я умоляю. Так, кто... Есть такие вреди, кто не знает, что тут делать. Заполним пробелы, блядь. Значит, убиваем маленького, потом среднего, потом большого. Ой, блядь, наоборот. Сначала большого, потом среднего, потом маленького. Вот и все, что тут надо делать. Только найди того, кто маленького будет косты сбивать. Так, например, может его держать и сбивать косты? Или там когда какой-нибудь большой? Ну там 10 секунд. Да, в базе будешь стоять на этом. А, будешь держать среднего и мелкого. А, протопал держишь большого. Протопал, у тебя есть на панели очищения? Желтая рука, зеленая? Да, есть. Вот, поставь его на удобную кнопку, когда... Он большой... стоит на данной кнопке. Все, хорош. Ну знаешь, да, себя диспелить хуйню надо. Да. Вот, это уже хорошо. Теперь проверка, попробуем посмотреть, что тут получится.
То, что в лужу там заходить, знаете, все это. Значит, вам за круг бегать не надо, я... Зелёно, да? Я просто буду вертвея кругами бегать. Все, значит, сам сначала боюсь. Большого, потом ты среднего с базе заберешь, а, и... Ну, среднего, потом мелкого. Среднего. Ну, тут только хил. Да, в принципе, хуй. Ничего, пропургать его можно, щит. Ну, блин, я не знаю, как по-русски это очищение, нет? Просеивание. Не спал. Просеивание, да. Пурж. Пурж. Ну, пурж. Пурж. Развеивание, магии, что-то такое. А, давайте попробуем, посмотрим, okay. Что получится. А, я бегу. Я бегу. Так, а что мне мелкому сбивать? Цепуху. Все цепухи, быстро, а вот что он большую руку освоил. Давайте, в синюю лужу. Иди ближе к центру. Готовься. Иди справа, себя. Блин, так нечестно. А что ты еще дальше отведи, блядь? Сближись, зайдитесь, танки, блядь. За... Ну, типа, блядь, просто комментариев нету. Базука, веди двоих ближе к синей луже. Метров за 30. Отведи, на нем баф все. Не совсем далеко. Ну куда ты ведешь его? Треугольничком стоим, сторона 20 метров, все. Хилы что, должны танки поделиться на молекулы, что ли, чтобы вас хилить? Базе хильте? Ну, все тут нехуй делать, я хуй знаю. А все почему? Потому что, блядь, за 50 тысяч километров разбежались. Все понятно. Давайте, знаете, что? Нехуй тут делать, я думаю. Ни ДПС, нихуя у нас нет. Нам сюда рано. Нам надо одеваться в это, в нормальный шмот. Можно сходить в Око 10. Есть кто желающий? Я. Только помнишь мои условия? Чё за условия? Кольцо хочу. Хотя там... Ща, скажу. Я не знаю, ну... Я хуй знаю, ну, надо тут тратить или нет. Ну, типа, я не знаю, может, класс трая я ещё дам, но я тут хуй знаю, смысла я не вижу. Тут, блядь, пиздец, ни ДПС, а ни хуя. По 1000 ретрик ДПС, это пиздец. Это просто пиздец. Пошли отсюда, в пизду, нехуй тут делать. 4 босса убили, хватит. На этого босса надо одеваться нормально. Тут только задрулю, мига, макшаман. Остальные все слабые. Или не играют, или слабые. Ну и 3 хилата захуяли. Надо, чтобы хилы посильнее оделись. Так что этот винкрейт. Давай, я тогда, может, на этого зайду. На своего шамана. Ты у тебя КД с нами же, нет? Да, ты не слаб. Мы просто не слаб. Не, так я могу и хилом, или энхом. Без разницы.